Miami, South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest. Программа Live Donbass. Самое живое шоу Донбасса. Потому что мы команда! All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, Black, White, Cuban, or Asian. Ребята нумеролог посчитала по цифрам, говорит, завтра очень такой день, особый. Смотри, 15 число, 1,5,6. Шестой месяц, и 20-13 тоже 6. Три шестерки. Три шестерки сегодня. Мариуполь встречает, как всегда, нас очень тепло, радушно, шикарно. Друзья, это программа Live Донбасса, которая, к сожалению, не состоялась. Мы планировали сегодня большое шоу вам с яхтами, с кайтами, с музыкантами, с брейк-дансерами, с хип-хоперами. О боже, много людей должно было прийти сегодня, и действительно многие даже были на пляже в ожидании нашего эфира. Но вот я прошу показать команду, я прошу показать мои грязные ноги. Вот, мы только что сворачивали технику, чтобы много миллионов долларов не просто не промочить. Вот наша правая команда, которая сегодня в 4, в полпятого, в 5 утра все проснулись и приехали сюда. Вот это да, вот это я понимаю. Это финалера. Это спецэффекты. Ребята, сигнал есть? В эфире идем? Жарко. Жарко. Очень жарко. Пот, я вижу, пот льется с тебя прямо градом. Один сидим, сгоришь. Наша съемочная площадка. Максим, шапку одень! Солнце голову напечет! Live Donbass, пока тепло. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. И сегодня погода опять нам немножко подкузмила. Но ничего, мы как настоящие ценители и любители жизни, мы уже окунулись вместе с директором ПТС. Александр, ко мне, пожалуйста. Мы приняли хорошие солнечные ванны. Ты успел позагорать, Саш? Да, конечно. Успел сгореть. Да, он ушел в тень, чтобы не обгореть, потому что кожа белая такая. Давайте Виталий Семеняка. Он загорает в желтом плаще. Ультрафиолет лучше всего просеивается именно через этот цвет. Да. Короче говоря, дорогие друзья, мы к вам приедем, еще обязательно, это мы собираем сейчас все. Мы к вам приедем, но уже не знаем когда. Обещайте нам хорошую погоду, звоните, зовите, и Мариуполь, мы будем с вами. Это Live Донбасса, команда телеканал Ла Донбасс. Мы с вами всегда! I love this town.